Сегодня фотоаппараты имеются почти у каждого. У кого-то они встроены в мобильный телефон, планшет или видеокамеру, а у кого-то имеется профессиональная камера. Так или иначе, приобрести фотоаппарат и обучить искусству фотографирования сейчас куда проще, чем в прошлом веке. Достаточно приобрести камеру и посетить курсы фотографии для начинающих. И вот изо дня в день в мире появляются миллионы фотографий, запечатляющие разные моменты нашей жизни, окружающий мир. Среди них попадаются и плохие, и хорошие. И все же даже высокое качество и яркость современных снимков не дают нам тех ощущений, которые появляются, когда мы смотрим на старые черно-белые фотографии. Такие наверняка есть в каждой семье. Еще сравнительно недавно сделать фотографию представлялось делом довольно трудоемким, требующим немало времени и терпения. А постигать таинство этого искусства приходилось самим фотографам. А сейчас, к примеру, даже настраивать фокус не нужно. Автоматика все сделает за вас. И все же, чем современнее и проще становится съемка, тем интереснее и ценнее для нас старинные фотографии. Когда я смотрю на фотографию начала 20 века, у меня вызывает это чувство гордости, достоинства и радости за этих людей. Почему? Потому что тогда фотографы были – это художники, образованнейшие люди. И интересовались этим явлением в мире, да? И поэтому использовали этот фактор. Вот. Однако тогда была низкая пленка, чувствительность небольшая. И представляете, когда к голове прикладывали вам такую рогульку, закрепляли и снимали с 1-2 секундами. Поэтому, смотря сегодня на старинные фотографии, у меня вызывает радость, когда маленькие дети у мамы на руке, у них нерезкое изображение. Это придает особый шарм. Но зато все остальные достаточно четкие, резкие и качественные изображения. Если говорить о сегодняшнем дне, то тут сложности огромные получаются, потому что сегодня это один из самых массовых явлений, я бы сказал, одно из самых массовых явлений. Почему? Потому что сегодня фотоаппарат купить может каждый угодно. То есть у меня мой праправнук, да, ему мать купила маленький аппарат. И он сегодня уже, ему 1,5 года, уже снимает и говорит: дедуля, давай я тебя буду фотографировать. Я: ну давай фотографируй. Однако, если говорить серьезно по поводу фотографии, то она претерпевает очень большие, ну, я бы сказал, трагедии. А даже в чем они драма. Заключаются? Они заключаются в том, что когда все позволено, то можно делать все. Понимаете, о чем я говорю, да? Поэтому, когда все есть, и я так сниму, смяк и все, а на самом деле фотографий нет. На сегодняшний день есть такое явление, вот фотографии из профессиональной, современной фотографии, когда люди говорят, что я снимаю фарфоровые лица. Он снимает лицо старого человека, да, и у него потом в компьютере в CS2 или 8 обрабатывает и делает лицо совершенно великолепное. Но оно получается из-за матрицы фарфоровым. То есть настолько гладким, что поэтому сегодня мы смотрим на актрис, на молодых девиц в телевизоре, где угодно. И у них вот они настолько, не хочу сказать плохое слово, настолько они следят за своим лицом, что теряется само лицо, сама фактура лица, сама, когда они накрашены, закрашены, живого характера я не вижу. И не чувствуется, что этот человек отличается от этого, почти одинаковые по форме. Если вспоминать историю фотографии, то ее день рождения отмечается 7 января 1839 года. Именно в этот день в Парижской академии наук был сделан доклад об изобретении Жозефа Ньепса и Луи Дагера, которые смогли впервые получить фотографическое изображение. Почти одновременно с ними сделать это удалось англичанину Тальботу.
С этого момента началась удивительная история фотографии. Первые фотографии в России были сделаны ученым-ботаником и химиком Юлием Фридше в мае 1839 года, то есть уже в год рождения фотографии. Правда, привычен для нас фотокарточек в те годы еще не было. Вместо фотобумаги использовались серебряные, а позднее медные пластинки. Самые первые фотоснимки запечатлели пейзажи и натюрморты. А потом долгое время делались почти исключительно портреты. Людям хотелось оставить потомкам свое изображение. Не пугали ни необходимость неподвижно сидеть перед фотокамерой по 10 и больше минут, ни довольно высокая стоимость работы. К примеру, в 1865 году стоимость доходила до 10 рублей с серебром, тогда как за 12 рублей можно было купить корову, а наемные рабочие в день получали всего 30 копеек. Зато сегодня мы можем посмотреть, какими были наши прадедушки и прабабушки. Да что говорить, нашу историю узнаем по фотографиям. Старые фотографии сумели сохранить для нас удивительную, неповторимую атмосферу жизни. Их мало, и каждый из них на вес золота. Не то, что сегодня. Вот, а возвращая пленочные фотографии, могу сказать только не два слова по поводу, допустим, выдающихся фотографов мира. Фотография же делится на много видов и жанров и так далее. Сегодня эти жанры ликвидированы, но я вам должен сказать, что жанр может или изменить, или повлиять на него, на форму, на жанр, только мастер. Все остальные это превращается в мусор. Да, одному нравится, другому не нравится, но это все выбрасывается, и ничего не остается. Потому что фотография еще имеет такую функцию, как историю. И когда цифровая фотография сегодня есть, то истории нет. Миллионы людей снимают фотографии, и все выбрасывается в мусор. Или даже если они вешают куда-то или в альбом кладут, то это не трудно даже представить, что это настоящая фотография. И мастеров не осталось у нас? Ну, я могу сказать по поводу советского времени мастеров. Я интересовался фотографии бытовой, и думаю, как же так вот у них получается? Вот я нашел только два человека. Один в Астрахани, другой в этом... Господи, как же старость. В Таллине. Два. Это рекламка небольшая, десятка. Я захожу, здравствуйте. Я вот хотел бы с вами поговорить. А фотографироваться будем? Я будем. Ну, давайте. И вот я говорю, как вот вы это делаете? То-то. Он говорит, это очень редко. Вот у меня объектив 1880 какого-то герца. Ну, герц — это фирма известная, да, в оптике и так далее. И мы с ним побеседовали очень хорошо. И я... Вот вы поняли, два человека всего лишь. В Ленинграде хорошо знаю людей, все, но они царапали, они ретушировали, все делали, и фотографии уничтожали. Моя физиономия после окончания института великолепная, красавец я там, будь здоров, да. Но все выцарпано. У меня вот здесь эта вот штука моя, она навек. А он взял, ретушер взял и выцарпал. Ну, я потом же, слушай, что вы меня прыгаете? А что, вам не нравится? Я говорю, не нравится. А что? А вот зачем выцарпал? У нас так вот. Поэтому это я уже говорю о чем? О правде фотографии. Помимо правды, то есть помимо искусства, еще существует правда. Я говорил об истории. А вот правдивая история нашего города Ульяновска фотографии хранится в Музее сибирской фотографии, который в этом году празднует свое десятилетие. Кстати, здание музея расположилось на территории бывшей усадьбы Андрея Сахарова, где с 1904 года действовало фотоателье. Ну а первые фотографы в Симбирске появились еще в начале 1860-х годов, и были они приезжими иностранцами. Среди известных фотографов конца 19-го, начала 20 веков можно назвать Антона Шаузи, который владел салоном «Американская фотография Шаузи», Захара Блюма, а из местных фотографов
хорошо известен Ефим Горин, именем которого названа улица в Засвияжском районе. Благодаря ему фотография стала доступна простым симбирянам. О том, как век назад выглядел Симбирск, как развивалось фоторемесло и когда впервые были напечатаны цветные фотоснимки в нашем городе, обо всем этом расскажут и покажут в музее «Симбирская фотография». Мы с вами находимся в единственном в России фотопавильоне конца 19-го, начала 20 века. Именно здесь, в музее фотографии, 10 лет назад решили воссоздавать такой замечательный фотопавильон. Есть музей фотографии в нашей стране, но фотопавильон только у нас. Он создан по всем правилам того времени, по всем нормам. Мы видим с вами определенное количество метров длины и ширины. Это пропорция та самая, которая должна была когда-то использоваться. Мы видим, что окна и целая стена, вернее, в окнах, она выходит исключительно на северную сторону. С севера свет наиболее рассеянный, благоприятен для фотографирования. Стены, потолок, все это светлых, либо белых, либо светло-серых тонов. Все это для того, чтобы как можно больше света попадало в фотопавильон. И даже часть потолка все-таки прозрачная. И именно 45 градусов уклон крыши для того, чтобы в зимнее время, как вот сейчас у нас с вами, не было необходимости, в общем-то, подниматься на крышу и счищать оттуда снег. Он сам оттуда постепенно весь спустится, все это продумано. И света здесь громадное количество, но вернемся к тому, что такое фотография, фото. Свет, графа пишем, написание картин с светом или светопись, как на русский язык перевели в свое время. Это замечательное новшество и слово. Очень часто задаются вопросы по поводу изображения нашего города, то есть сохранившиеся виды города, не сохранившиеся, очень часто вот по этому поводу, потому что в городе было громадное количество соборов, например, сейчас они не сохранились, и мы с удовольствием знакомим жителей города, гостей его с тем, где находился тот или иной собор, как он выглядел, как назывался, то или иное здание, которое не сохранилось, об этом мы с удовольствием рассказываем историю этого здания. В общем-то, да, люди хотят знать историю, причем это независимо от возраста, есть и совершенно молодые категории посетителей, которые очень любят именно историческую часть. Но есть и, в общем-то, посетители зрелого возраста, которые очень любят современные выставки. Многие из них знают авторов. На авторов очень часто идут и знакомые, и традиционно оставляют и авторам послание у нас в музее, в книге отзывов. Это у нас уже тоже такая традиция, авторам мы потом обязательно передаем все эти отзывы, потому что вот такая вот переписка у авторов с их любимыми почитателями есть. В Советском Союзе фотографическая техника более совершенствовалась, но все равно еще долго оставалась уделом профессионалов либо очень увлеченных энтузиастов. Тогда не было цифровой техники. Нажал кнопку, отнес студию на печать и все. Нет, нужно было знать, что такое выдержка, диафрагма. Все это специальным образом выстроить в ручном режиме и самим же напечатать. Зато процесс печати фотографии был настоящим волшебством. В темноте нужно было с пленки спроектировать изображение на бумагу, потом опустить карточку в волшебный раствор, проявитель, потом еще в один закрепитель. И так было интересно смотреть, как на белой бумаге появляется изображение. Для тех, кто хочет снова окунуться в то замечательное время, в музее проходят мастер-классы. Вообще музей работал и работает для разных категорий посетителей, как тут для маленьких детей, в общем-то для дошколят, для школьного возраста, для детей, скажем так, вернее, уже студентов и для взрослой аудитории. Но вот для дошкольных посетителей в прошлом году у нас добавилась еще одна программа. В общем-то, мы ее недавно с успехом презентовали. Это цикл занятий. Называется он «Фотобукварь для малышей». То есть начинаем, знакомим с музеем, знакомим с какими-то основами фотографии, ну, конечно, в доступной для самых маленьких форме. И еще одна программа, вот в прошлом году добавилась, это программа, связанная с мастер-классом по аналоговой печати. То есть, наверное, многие любят или романтично вспоминают времена, когда в ванной при свете красной лампочки печатали, проявляли, закрепляли те самые замечательные еще черно-белые фотографии. Ну и вот в прошлом году несколько раз мы провели этот мастер-класс совместно с замечательными профессиональными фотографами. Именно они показывали, как это все делать. Но так как аналоговая печать – это вещь вообще очень длительный процесс, это сложный процесс, то постарались сделать так, чтобы каждому посетителю
было приятно, весело, удобно, и в течение вот часа-полутора он получал уже какой-то конкретный готовый результат. Конкретным готовым результатом получились не фотографии черно-белые, а фотограммы. Это несколько более скорый процесс, скажем так, изготовление и засвечивание самой готовой уже фотобумаги, то есть без использования фотопленки, без использования самого фотоаппарата. Но процесс зато зрелищный, и, в общем-то, каждый мог поучаствовать, мог при помощи специального оборудования, в общем-то, в готовых химических реагентах все это сначала проявить, затем закрепить, затем промыть в воде, как было принято. Все было при свете красного фонаря. И, в общем-то, и студенты, которые приходили к нам, и люди взрослые, и несколько ребят участвовали у нас школьного возраста. Все были очень довольны, получили себе готовый результат своего непосредственного творчества и труда. Вообще у нас на первом этаже музея 3 зала постоянной экспозиции. Мы с вами в фотопавильоне, самом, пожалуй, зрелищном зале. Есть у нас зал экспозиция истории фотографии в городе Симбирске, именно в конце 19 века. Есть зал истории фотографии 20 века, там уже и фотооборудование. Совсем скоро мы немножечко его обновим, вот как раз с юбилеем связано это событие. И на втором этаже музея выставочный зал, в котором постоянно проводятся новые выставки. Около 10 выставок в год мы проводим. Выставки бывают персональные, выставки бывают, в общем-то, совместные. Несколько авторов трудятся. Выставки бывают тематические, ну а персональные – это, конечно, творчество самого автора. Непосредственно вместе с нами он предлагает и идеи. Ну и, конечно, чаще всего мы идеи одобряем, потому что, как правило, наши авторы очень талантливые люди. Глядя на какие-то фотографии, особенно современные, подумаешь, я бы тоже так смог. Но есть такие, от которых и оторваться не можешь. Настолько они живые и правдивые. Вот так и с фотографиями мастера спортивной фотожурналистики Льва Федоровича Игонина. Прекрасные, неповторимые мгновения запечатлены на его фотографиях. Риск и неудержимое стремление к победе, горечь поражения, незабываемые минуты переживаний – за наших спортивных кумиров. С утра до вечера иногда засиживался, чтобы сделать хорошего качества фотографии, особенно для центральной прессы. Это, конечно, нужно было сидеть целыми днями, потому что требования были очень высокие. Вот, в частности, вот для советского спорта, когда печатал, ну и для известий. И поэтому и просиживал иногда целыми днями. А иначе ведь и быть не должно. За полвека своей профессиональной жизни Лев Федорович Игонин объездил с фотоаппаратом в руках почти все уголки бывшего СССР. В объектив его камеры в разное время попали генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, первый президент России Борис Ельцин и другие известные личности. Сам, будучи страстным болельщиком, Лев Федорович был хорошо знаком со многими спортсменами. С Яшиным это была мечта жизни. Познакомился я с ним в Куйбышеве в 67-м году. У нас ведь тогда модно было. Мы садились на «Метеор». Вот. И ехали в Куйбышев. Там разыскивали команду, где они останавливаются. Вот прибыл я тогда в гостиницу. У них установка на игру была перед матчем с крылышками. Я зашел, вышел отец. Значит, потом, как я узнал, Костик Крыжевского, был знаменитый центральный защитник в московском «Динамо». Вот, говорит, сейчас у них закончится установка, и Яшин, говорит, к вам выйдет. Ну, я так вот встал у окна, весь запыленный, потный, грязный, фотоаппарат у меня тут на шее. Он выходит, так, коридор длинный в гостинице. Идет, спрашивает, кто, говорит, меня спрашивал. Я говорю, да я. Он ко мне стал подходить, у меня коленки задрожали. Ну, вот так познакомились. Я ему рассказал, кто откуда. Он говорит, ну, идемте, сейчас, говорит, я вас с Бесковым познакомлю. Вот, потом с Бесковым знакомство состоялось. Вальтер Ягбрандт на этих фотографиях. Главный тренер сборной Швеции по хоккею с мячом. Это снимки сделаны в 72-м году на первом международном турнире по хоккею с мячом. Вот, uh-huh. Шампионские были. Uh-huh. Вот. Я ему целую серию сделал, подарил. Он мне подарил вот клюшку с автографами игроков сборной Швеции. Uh-huh. Значок. Ну, а с ним-то как вы разговаривали?
А через переводчик. Тут ведь это запросто. Я чувствую, человек там такой спокойный, уравновешенный. К журналистам очень хорошо относится. Вот, кстати, тут переводчица с ним сидит. Вот. И в гостиницу я к нему в номер приходил. Турнир же он все-таки длинный был. Вот. Он очень доброжелательно относился. Ну, может, чувствует, что и я к нему хорошо отношусь. Ну, как-то тут нашли общий язык. Лев Игонин не прощелкал ни одного момента на турнирах различного уровня по хоккею с мячом. Именно он был одним из тех, кто работал на первом в истории турнире на призы газеты «Советская Россия», что прошел в Ульяновске в 1972 году. Спустя десятилетия его снимки рассказывают нам о мужестве и самоотверженности спортсменов, преодолевающих границы человеческих возможностей. Турнир, конечно, этот запомнится на всю жизнь. Во-первых, и он первый, и все сильнейшие сборные мира. И морозами крепчайшими, где-то 35-37 градусов, ветер. Вот такой мороз мы снимали и не мерзли. Но, правда, тогда областное это руководство, городское руководство постаралось, в общем-то, сделать все на стадионе. В их силах. Те, кто знал Льва Игонина, вспоминают о нем как о мастере своего дела, человеке неравнодушном ко всему, что он видел и чувствовал. Он любил людей, природу, нашу ульяновскую землю. Особо в этом ряду хотелось бы отметить его любовь к спорту. Благодаря его мастерству и увлеченности в истории спорта Ульяновской области остались уникальные теперь фотографии наших выдающихся тренеров, спортсменов, детали волнующих спортивных баталий, неповторимые секунды многочисленных побед. Но сегодня мы бы хотели еще раз вспомнить о коллеге, о друге, таким, каким он был в жизни. И сегодня он – главное действующее лицо в кадре. Знаете, каким он парнем был? Это все, что останется после меня. Это все, что возьму собой. Сейчас старые черно-белые, а может даже уже пожелтевшие фотографии выглядят такими далекими и в то же время такими близкими. Ведь чем больше времени прошло, тем трогательнее и нежнее воспоминания. По фотографиям мы заново знакомимся с нашими родителями, бабушками и дедушками. Видим, что они тоже были юными и умели радоваться жизни, несмотря на все невзгоды. И даже когда родные люди покидают нас, они навсегда останутся в наших сердцах и на маленьких кусочках бумаги, на фото.